подтвердить последнюю часть, очень опасно просто ходить по этой территории. В момент инцидента патруль находился в другой части Широкино, и мы не видели своими глазами, что случилось. Но мы наблюдали, что у человека были повреждения в верхней части тела и аж до головы, и это наталкивает нас на мысль, что он был поражен взрывным устройством, которое находилось на некотором подъеме, то есть оно не лежало на земле. В изначальных сообщениях предполагалось, что это был не разорвавшийся снаряд, но мы не исключаем любое другое устройство. Результат достаточно трагичен, у человека серьезная травма головы, и также у него была травма одного из глаза, что может повлечь потерю глаза.